Как посмотреть свою версию в браузере Google Chrome? Для начала нам нужно зайти в меню настройки, которое располагается с правой стороны вверху, в виде вот таких вот трех черточек. Нажав на меню настройки, у нас появляется вот такое вот контекстное меню. В этом контекстном меню нам нужно выбрать пункт под названием настройки. Так, мы перешли в такой вот раздел. А далее вот здесь, с левой стороны, мы выбираем пункт под названием о программе. И в пункте о программе, вот здесь вот, где я показываю, располагается версия вашего браузера. В моем случае это 38.0.